Всем привет, давно с вами не виделись. Сегодня мы с вами в конторе пароходства на мастер-классе Камшат. Будем сегодня шить Тедди косметички. Мы готовимся. Так много всего, мне кажется, никогда не было. Я выбрала, нет, вот эту и вот эту. Такая приятная. Это прямой стежок. В, это прямой, но в сторону. Когда вы меняете, это такие другие остальные молнии на одежде, остальные молнии скрытые. В общем, у меня есть ткань пробная. Я буду пробовать сейчас строчки, что я не сшила на этой машинке. Мама, посмотри. Сильно это мелко, нет? Да, надо бы больше выбрать. Так, я вырезала две ткани, цветочную, это будет внутри, и вот это снаружи. И сейчас мы будем прикреплять замочек, и я буду вот тут вот строчить. Смотри, ты должна ощущать, вот видишь, край? Ага, да. Где он начинается? Вот от него пару миллиметров надо установить и поставить один. Вот чтобы, знаешь... Сейчас я буду закреплять две ткани вместе. Отступаем вот тут вот сантиметр и заделываем иголочками, чтобы все не съехало. Ткань максимально неудачна у меня. Я не вижу иголок, которые я вставила. Давай посмотрим. Угу. Хорошо. Ты вот эту строчку потом вот прям по этому краю пустишь. Прямо вот тут вот аккуратно? Прямо вот тут аккуратно. Да. Как я уже говорила, ткань оказалась совсем неудачной. Очень толстый. Сейчас я вам покажу даже. Вот, посмотрите, какая толстая. Теперь аккуратно. Давай я попытаюсь отвести. Так, нажимай ногой. Аккуратно. Все. Держим. Идем дальше. Угу. И все дальше до конца продолжать. У меня, как обычно, не без приключений, я сломала иголку, когда прошивала замок. Пока Камшат чинит мне иголку, я вам покажу контору саму. Почему-то BTS играют, не пойму. Такие вообще прикольные челики, мне очень нравятся. Еще разные вот такие есть. Посмотрите, мы сделали квадратики. Получается, здесь, здесь и по этим сторонам. Тут 4 сантиметра, тут 5. Там, где мы разрезали, мы теперь будем вырезать. Страшно. Берем, складываем треугольнички и приметываем их. Очень толстая ткань, мне ничего не получилось. Камшат берет все в свои руки, как обычно, самое последнее. Что-то остается неизменным. Вторая потеря. Еще и не откроется. Та-дам! Офигеть, она огромная. Как это еще было? Она с другой стороны такая маленькая была. Нет. Офигеть! Крутая.
Да. И такая мягкая. Даже не видно, кстати, почти что на ничего это. Ничего не будет. Слава богу. Финальный штрих. Прошиваем карманчик, который мы оставили. Посмотрите, какая красивая у нее косметичка получилась. Такая пушистая, классная. Не, некрасиво еще камшат, я сдаюсь. Ой, пожалуйста. Камшат уже начался, второй мастер-класс. Мы сходили, поели синнабоны. Синнабон с хурмой, синнабон с яблоком и синнабон с карамелью. В общем, вот такая малышка у меня. Я обрезала все ниточки. Благодаря ткани, естественно, не видно, что там что-то плохо. Но внутри, конечно, есть недостатки, но... Моя первая работа. И думаю, получилось бы лучше, если бы это все было бы не с этой тканью. Новички, не работайте с этим. Сейчас буду снимать камшат. Очень легко оказалось. Буду еще дома пробовать. На этом, наверное, буду прощаться. Подписывайтесь на мой новый канал. Ссылочка будет в описании. Также на мой телеграм-канал и на Бусти. Передаю привет моим подписчикам на Бусти. Отдельный привет передаю вот этим двум. Всем пока-пока.